Хороший показатель – явка высокая. Более 105 тысяч жителей Верхневолжья приняли участие в предварительном голосовании. В «Единой России» утвердили итоги праймерис. Кто пойдет на итоговые выборы – решено. Кто лидеры предварительного голосования – расскажем в следующем материале. На минувших предварительных выборах работала смешанная система голосования. Сделать свой выбор жители Тверской области могли двумя способами. Онлайн через сайт госуслуг с 24 по 30 мая или же традиционно придя на избирательный участок. Жители голосовали по трем бюллетеням – в Госдуму по списку, в Госдуму по округу и в законодательное собрание. Всего работало 1155 участковых комиссий. В голосовании приняли участие более 100 тысяч выборщиков, что составляет примерно 10% от общего числа избирателей. Мы считаем, что это очень высокий процент. У нас, откровенно говоря, вот за мой опыт, по крайней мере, участие в предварительном голосовании, такого уровня участия в предварительном голосовании со стороны выборщиков не было никогда. У нас не было жалоб на то, что наблюдателю чего-то не предоставили. У нас были жалобы исключительно от кандидатов относительно того, почему мне не показали результаты ЭПГ и почему мне не выдают копии. На праймерис сработали 155 наблюдателей, которые не зафиксировали нарушений, способных повлиять на результаты выборов. А если говорить об итогах, то среди кандидатов уже наметились лидеры. 179-й округ победу одержала Юлия Саранова, лидер волонтерского движения «Мы вместе». 180-й округ, ну, это округ Владимира Абдуалиевича Васильева, честно сказать, победе которого никто из присутствующих, я думаю, даже и жителей Тверской области, не сомневался. За советника президента Российской Федерации Владимира Васильева отдали свои голоса около 70 тысяч жителей Верхневолжья. За Юлию Саранову около 40. Эти же кандидаты одержали победу по одномандатным округам. В Тверской области на праймерис выдвинулось много новых лиц, в том числе молодежи. Результат многих из них говорит о том, что люди верят молодым энергичным общественникам нового призыва, сказал спикер областного парламента.